Привет, дорогие зрители, с вами снова Артур. Сегодня мы поиграем в игру под названием Play With Me. Чё? Ночь во время вашего дня рождения. У меня как раз сегодня на момент записи день рождения, поэтому, наверное, это хорошо. Короче говоря, игра вроде как неплохая такая, поэтому давайте просто начинать. Я уверен, что ты хочешь поиграть. Никогда не смотри мне в глаза. Если ты хочешь умереть, конечно, то смотри. Найди 4 свечки, чтобы решить загадку. Потом, в общем, доберись до ключа, который тебя освободит. Что-то мне уже не нравится эта игра. Наушники на голову, в общем, ребятушки. Вот такой день рождения, вот такой. Так, хорошо, что такое 6? О, слушай, это прям как этот, как игра называлась, где я там за ребенка играл, помните? Я вот не помню, потому что... Что я сделал? 0.6 candles? Ну ладно, хорошо. Прикольно, у меня такая хлопу. Воу, тихо, спокойно, все хорошо. Ясно, а где нам это искать? Может, по ящикам там? Ну, я не знаю, конечно, на самом деле. Время полночь. Полночь, время детское. Такое. Хорошо, давай посмотрим, что у нас здесь есть. О, второй этаж. Мне показалось, что там кто-то смотрит. Никогда, значит, не смотри в глаза, да? Ага. Что это было? Что это такое? И почему оно здесь вообще стоит? Ясно, какая-то картина. Я не знаю, мне просто на самом деле что-то страшно. Ну, как-то так, я пока еще не втянулся. Поэтому давайте просто смотреть, что у нас здесь есть. Воу, полегче, полегче. Уточка. Так. Но я пока не вижу ничего, на самом деле. Я не знаю, как это искать. Может, я как-то неправильно ищу. Ну, такое ощущение, что я не особо ищу, честно говоря. О, господи, оно прям за мной было. 6, 10. Что значит 6 и 10? Мне как, стоит напрягаться, нет? Потому что что-то музыка какая-то такая. Вот такие звуки, это, по-моему, когда он появляется. Сраный клоун. Ненавижу, блин, сраных клоунов. С детства боюсь. Ой, твою мать! Так, хорошо, ладно. Вот ты тут когда один дома сидишь, вот вечно такая дичь начинает происходить. Слушай, подожди. Да пошел ты нахуй. Пошел-ка ты нахрен. Я буду вот так передвигаться, ладно? Ой, тихо, тихо, тихо. Не смотрим на это дерьмо. Не смотрим. Пойдем вниз. Просто пойдем вниз. Тихо. Аккуратно. Совершенно не парись. О, день рождения. 6, 10, 12. Не-не-не-не. Я буду ориентироваться по звуку. Мне, походу, реально не стоит туда смотреть, куда оно вот это вот, где оно находится. Проклятые клоуны. У-ху-ху-ху-ху. Тихо, спокойно, спокойно. Так, мне отсюда надо выйти? О, господи, гараж. Твою мать! Что-то я сегодня какой-то вообще не в форме. Ой, твою мать. Я надеюсь, я не забиваю этот, как его... Ты... Это пипец, это какой-то пипец. Не, одному дома во время вот тут ночью играть, это не клево. Слушай, куда мне эти свечки относить надо? Да пошел ты нахрен.
Наверх, может быть? Наверху просто там было что-то похожее на сейф, да? Да, попробуем. Я не знаю, что я сделал на самом деле. Я так и не понял свое задание, потому что там очень мелко было написано. Да пошел ты нахрен. Пойдем сюда. Пойдем сюда. Да, смотри, у нас есть ключ. Я, пожалуй, сюда пойду, потому что оно прям там. Ясно? Хорошо, спокойно идем вниз. У нас этот ключ от входной двери или от чего, я не понял. Там одна дверь была закрыта, только она была рядом на самом деле. Сейчас посмотрим. Господи, проорался за секунду. Ой, так, ладно. Тихо, тихо, я не могу двигаться. Ой, блядь, твою мать! В смысле? Я же нашел ключ, ты чё? Ну ты чё? Так я победил или нет? Я не понял. Я не знаю. Ну, в общем, вот такой день рождения, ребят. Я не знаю, я думал, что эта игра будет подлиннее, но мы ее с вами довольно быстро прошли. Сказывается опыт, на самом деле. Сказывается опыт в хоррорах. То, что люди мы закаленные и совершенно не боимся таких игр, как вы поняли. В общем, не забывайте комментировать и ставить пальчики вверх. Эта игра что-то меня, блин, за сколько? За 7 минут? Она меня довела до истерики. Это было очень неплохо. И, в принципе, все. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Я надеюсь, что у меня сейчас, на тот момент, когда я вот это вот, собственно, ну, когда у меня на самом деле день рождения, я, как вы понимаете, это видео заранее записал, я надеюсь, что у меня все хорошо, потому что вот такого вот на день рождения нахер не хочу. Странный клоун. Всем пока.